С вами я, Стив. Сегодня я вам расскажу, кто такой маг-агент Пытка из Madness Combat, из вселенной Madness. Пытка — это такой вот прототип маг-агентов, огромных агентов, и он выглядит достаточно неплохо. Вот только, господи, что с ним вообще происходило? Маг-агент. Сразу рассказывал, кто такие маг-агенты. Маг-агенты — это агенты, которых увеличил аудитор. Вот только один там не успел активироваться. Я вам расскажу, кто такой аудитор, завтра в следующем выпуске. Но наша тема про пытку. Про пытку. Тортон переводится как пытка. Вот почему я его называю пытка. И сам его внешний не вид. К его голове, даже не знаю, как это сказать, колья вставлены в его голову. Вот и... Короче, капец, его оружие — это огромный дробовик. В Madness Combat 7 он там играл небольшую, но и не маленькую роль. Но в итоге его там постигла судьба. А бензопилы. Точнее, его убили бензопилы. А кто это сделал? Хэнк. Ну ладно. Дисклеймер я не буду ставить, потому что вряд ли кто-то из России смотрит этот Madness Combat. Также Тортон. Про Тортона буду называть Упытка. Про этого персонажа сделали целую анимацию. Вот только он там просто топтал всяких гадов, но в итоге ему там башку взорвали. Довольно жестоко, не находите? Да, еще есть целых 4 типов маг-агентов. А вот пятый, он появлялся только в одном из инцидентов. Там, но не в Madness Combat. Ну ладно, ребят, на этом мы с вами заканчиваем данное видео. С вами был я, Стив. Всем пока.